Я пишу книгу. Как-то так. Ты пишешь книгу. Ладно, неважно. Забудь. Раз начала, рассказывай. Расскажи. Интересно. Сегодня звонили двое издателей. Гремияр – это очень престижное издательство. Ваша книга меня впечатлила. Ну, Леа же пишет, чем я хуже. А я стану скульптором. Все великие начинали с малого. Рэмбо принимал опиум. Тесла разводил голубей. Ну, а я кухню отдраиваю. Умно. Эту книгу нельзя печатать. Муж героини придурок, все подумают на меня. Я вижу лошадь. Надо только ее освободить. А что, лошадка окаменела? Видать, с тоски. Нет, лучше пеликана. Так быстрей. Знаю, что литература – мое призвание. Леа просто украла мою идею. Милый, ты не мог бы это прочесть? Конечно, но давай сначала досмотрим сериальчик. Я автор книги, она разошлась большим тиражом. Я нашел свое призвание, оно таилось на дне кастрюли. Меня показали по телевидению, но думаю, это временная популярность. Ты покупаешь мотоцикл, платишь за номер. Я не привык быть Альфонсом. Разве нам плохо жилось? Раньше она всегда меня слушала. Книга просто огонь. Можно с вами сфоткаться? Ваша книга бестселлер. Разве это хобби? У меня есть твои фотки в бикини. Даже не подзаработаю. Ты не завидуешь случайно? Конечно же нет. Займись искусством бонсай. Тебе понравится? Нет. Раз издают такое, я точно произведу фурор. Тебе не кажется, что ли я... Слишком жирная? Нет. Слишком умная? Значит, правда. Видишь? Ты тоже заметил.